Доброе утро, мои дорогие! Доброе утро, уважаемые петербуржцы! О погоде в Санкт-Петербурге прямо сейчас! Очаровательная, немного прохладная, пасмурная, хмурое весеннее питерское утро, но по традиции стихи Евгений Баратынский. «Весна, весна!» Как высоко на крыльях ветерка, ласкаясь к солнечным лучам, летают облака. Ну, к сожалению, сегодня не летают, но мы с вами уже такое наблюдали. Пока солнышко прячется в пелене облаков. А в Петербурге сейчас плюс один, днем плюс два градуса. Атмосферное давление составляет 748 миллиметров ртутного столба. Днем будет слабо расти, относительная влажность воздуха 85%. Ветер северо-западный стал ощутимее, а днем его скорость составит 4-7 метров в секунду. Все небо покрыто облаками, и в Петербурге сегодня весьма велика вероятность небольших осадков в виде дождя и мокрого снега. Конечно, одеться следует пока еще все-таки потеплее, так, не кутаясь, обязательно. И, может быть, даже захватить с собой зонт, а может и не захватывать. Не знаю, все равно, несмотря на хмурость и облачность, погода очаровательная. И этот устойчивый плюс, я уверен, радует буквально всех. А с каждым днем в Петербурге будет становиться все теплее и теплее. Солнце уже взошло, 8 часов, но пока прячется в облаках. А уйдет за линию горизонта сегодня солнышко в 20 часов 14 минут. День длинный. Продолжительность дня составит 12 часов 14 минут. И совсем чуть-чуть о погоде в Ленинградской области. Сегодня в Луге пасмурно, небольшой дождь плюс 3. В Выборге пасмурно, небольшой дождь плюс 2 градуса. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До завтра. Пока.